Apple. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. Я не знаю, будет вам сейчас слышно или нет. Такой звук на момент трещотки, короче. Вот туда монетки. For the record, ain't trying like no time. Найди 10 отличий, называется. Девочка проснулась, называется. Вот оно, утро счастливого человека. И да, если вы заметили, то в этой серии уже чек не горит. Лямбды мы поменяли, и все стало прекрасно. Еду сейчас к Ярику электрику. У него свой сервис, они занимаются BMW. Будем читать M5. Посмотрим, какие ошибки горят. Потрем все, покатаюсь, потестим. И, в общем, будем разбираться со всякими мелкими недочетами. Надеюсь, что все получится. Так что я погнал. Это логово Ярика. Ярик, что будем делать? Что будем делать? Я же записал бумажку, да? Я думал, ты уже все выучил сейчас, это тыр-тыр-тыр. С подвесочкой у тебя, блин, очень близко подошел, да? С подвесочкой у тебя какая-то беда. Ты красивый, можешь близко тоже подходить. Такой суровый, лысый, с бородой. Вот против света, наверное, так все снимается. Ладно, короче, буду показывать комп. Что там сейчас будут за ошибки. А парни будут рассказывать. Ну, что тут? Чего-то нету. У тебя демпфирующий клапан передней оси в EDC, то, что по подвеске ругается. Но она стала в жестком самом положении, да, и зависла. Да, в аварийном режиме висит. Причем, пока Леха ездил, этого не было. Может быть, вес разный просто? Да все может быть. Может, типа, все потереть и покататься? Чуть-чуть. Тут. Сейчас посмотрим. Вперед, назад. Не имеется данный момент, немножко согреться. Но она туда, она каждый раз загорает. Сейчас будем дуть. Чуть-чуть водички там, походу, задержалось. Короче, у меня перестали амортизаторы становиться мягкими и жесткими, и по ним горит ошибка. Сняли сейчас разъемы, вот Ярик их продул. Что за волшебный пшик? Короче, как чинится любая BMW. Если не помогает, типа заглушил, закрыл, открыл, завел, нужно вначале продуть, попшикать. Тачку принимает только оригинальные средства. Короче, мой вам совет, ребята. Если вы после ДТП собрали тачку, помыть под капотку не самая лучшая идея порой. Потому что начинает вылезать всякая дрянь. Ну, либо делайте это с максимальной осторожностью. Максимально потом все разбирайте и просушивайте. Потому что, конечно, чистая капотка – это хорошо, но толковые механики со мной не согласятся, потому что Леха меня постоянно ругает. Говорит, что это машина, в машине должна быть грязь. И это, типа, все нормальная среда для использования автомобиля. Поэтому вместо страха риск, как говорится. В общем, контакты прочистили, ошибки все подстерли. Остались все ошибки только по нештатной мультимедии рулю. Ярик, твой вердикт. Будет жить, надо кататься. Будет жить, надо кататься. Все, тогда я еду кататься. И проверю, как там М3 у Миши. Он должен был победить Аэропорт Экспресс, на что я очень надеюсь, так что я помчал. Сейчас расскажу вам, что парни должны были сделать. И какая у нас загвоздка. Тачка слегка запылилась. Какие были проблемы? У меня сгорели верхние пищалки, и мне не хватало низких частот. Доработаны нижние колонки, поменяты пищалки, зашумлены двери, сабик. Сабик, да. И настройка всего этого чуда. Усилитель под сабик дополнительный, да. Всякие провода. В общем, была проблема в том, что включаешь музыку через AirPort, она типа играет, потом прерывается и опять начинает играть. Вот Мишаня тестит сейчас свой AirPort. И вот он говорит, что у него типа все нормально. Сейчас я подключусь со своего телефона, потому что в прошлый раз он мне говорил то же самое. И я ему верю, что у них все работало ок. Я подключился со своего айфона. И, короче, опять появилась проблема с воспроизведением. И надеемся, что сейчас ее не будет. И Мишаня отдаст мне свой AirPort. Че, пока все ок. Что за трек?
выучить на Lil Pump. Ну, как бы сейчас Lil Pump играет. Проверка Lil Pump пройдена, так сказать. Че, все ок. Не знаю, победили мы эту проблему или нет. Что старая, что новая прошивка попытался обновить AirPort, и как было вот это вот залагивание с музыкой, так оно и осталось. Но при этом на Мишином AirPort все нормально работает. Я... Там не решились, конечно, обновлять прошивку, потому что там все нормально настроено. Я просто копернул все настройки в приложении, получается, с Мишиного AirPort по интернет-соединению, по моему, включил и вроде как заработало. Может быть, в этом какая-то проблема была, потому что AirPort к интернету не подключен, и может быть он пытается что-то подключить, поменять, настроить сам, и в этот момент типа срывает звучание. Хз, если сейчас останется, то придется тогда третий AirPort покупать и как-то с ним что-то пробовать. Надеюсь, что этого делать не придется, потому что еще там на 15-20 попасть не хочется, и еще вот Мишаня все обратно запакует и отвезу тачку в САПа, а то она что-то сильно запылилась. И в понедельник на ней стартану в Минск. Вот, так что поеду номера махну на М5, потому что задний номер побитый и передний тоже чуть подуставший. Раз уж обновили внешний вид, обновлю номера. Плюс слушать классическую музыку в том, что на нее не должно быть авторских прав. То есть все уже погибли, и вряд ли кто-то сможет предъявить права на это музло. Всем любителям спросить, что за трек. Вот что за трек. Наваливать под классическую музыку, это, конечно, прикольно. И вот этот вот значок, это не чек. Это значит, что стабилизация DSC полностью выключена. DSC off. Привет, Гурам. Сделал номера новенькие. Сделал их, если вдруг кому-то интересно, это не реклама. Сделал в Выборге на Гагарина 2, не первый раз к ребятам обращаюсь, сделал давно, правда, на третью делал себе тут номера. Поэтому, вот, если не знаете, где сделать копии, то можно приехать сюда. Ребят, всем привет. Как я и обещал, в продолжение ролика мы уже находимся в Минске вместе с Лео, Сапа Детейлинг. Привет, ребят. Вот, находимся с ним в бизнес-турне. Детейлинг бизнес тур. Изучаем сферу детейлинга, культуру детейлинга в Минске. Ну, точнее, Лео изучает. Я больше езжу с ним, составляю компанию и учусь чему-то новому. Сняли квартирку в таком вот доме, в новый домик, свежая квартирка. Вменяемые деньги, вон М5. Сегодня на автодроме, полигон испытания автомобилей в Липках. В общем, и там проходит драгрейсинг. И вот сейчас мы туда слева отправимся, посмотрим, что там такое, чем живет Минская автомобильная культура. Ну а в ближайшие дни будет, по-моему, предпоследний этап чемпионата Беларуси по дрифту. Проходит он на стадионе Минск-1, но об этом я попозже расскажу. А точнее, возможно, в конце этого блога это будет завершающая часть. Так что погнали в Липки. Заметил посторонний звук в районе капота, появился при езде. У меня еще были мысли, типа, будет угарно, если вкладыши провернуло. И я вот сейчас записал видос Лехе, потому что звук становится такой более явным с каждым днем в Беларуси, так сказать. И Лех сказал, что пиздец, похоже на мотор. Пиздуй в сервис, говорит. И пусть хотя бы смотрит, откуда идет звук, скидывайте масляный фильтр, и разрезайте его и смотрите на предмет стружки. В общем, вместо драга я еду в сервак, и будем смотреть, что у нас с мотором. Мне, конечно, только не хватало еще провернутых вкладыш, а это будет просто полный пиздец. По советам Валерии Липкиной, которую вы уже знаете по прошлогодним блогам в Минске, Лер посоветовал мне Механа. Вот у ребят сервачок тут свой. Там вот вижу наклеечка Drift By, Бэшки, Audi соточка, Opel. Вон там ребята какие-то подъехали. В общем, сейчас поднимем тачку и посмотрим, что же все-таки случилось. Я не знаю, будет вам сейчас слышно или нет. Я сейчас погазую и слушать такой звук на момент трещотки, короче.
знаю, что это может быть. Может быть, есть специалисты в комментариях, поэтому пишите ваши предположения, что это. Что у меня отъебнуло в очередной раз. Подмога. Привет. А мне показалось, ты жуешь, ты привет. Не, ты что-то... Не а ты снимаешь? Да, я снимаю. Здорово. Привет. Как дела? Ну как? В липках дал жару? Да. Да? Так я Лехе своему звоню, говорю, мне, наверное, лучше в драгрейсинге сейчас не участвовать. Он такой, ну, наверное, не стоит, да. Поэтому сейчас... А в этом ругаться можно, типа, в блоге? Можно. Тут зависит от того, как ты хочешь выглядеть в блоге. Да? А ты поставишь пометку на мой инстаграм этот раз? Да, да. Если сейчас еще в этой теме что-то будет видно, то да. Че потеряла? Да смотрю, я же первый раз вижу эту машину. А-а-а. Это уже все в Минске посмотрели, уже кроме все тебя. Сфотографировали, кроме меня. Вот так вот драгрейсинг и проходит. Как, на СТО? Да? Может, мне надо было сесть, да чуть погазовать, поняли бы, откуда звук пошел. Да, сейчас посмотрим. Давай, защиту, наверное, сниму. Так, может, просто фильтр скинуть масляный, порезать его? Подожди, давай, по порядку начнем. У меня просто вся паника началась. А что случилось? Ну, непонятно что, просто если вкладыш, это будет провал полный. Шнигал вроде как ее собрал. Ну вот, да, недели две прошло, полтора года без машины. На самом деле у меня были мысли, если мотор кончится, второй джай построить, поставить сюда. Конечно, у фанатов BMW пригорит сильно. Так, под защитой оказалась еще одна защита. Смотри, фары новые. Оригинальные. Давай больше. В Originals. Это когда у тебя начинается перегазовка, и она начинает подпёрдывать. Ага. Ты давай делай. Что делать? Ну, сейчас подумаем, что. Нам прокладку тоже надо посмотреть. Мне кажется, здесь конусом он идет, Димон. Оно но... конусом. Здесь же на пружинках. Что? Давай снимем подрамник, посмотрим больше. Ну что, ты рофмачил. Ну, растрепало, да? Но. Видите вот эти вот маленькие щели? Вот из них херачат все эти газы и идет непонятный звук. А здесь вот такого нет. Тут, короче, все ок, а тут не ок. И надо, чтобы сделать, чтобы тут было все ок. Короче, парни сейчас ждут, когда тачка остынет. И придется знатно поебаться, чтобы это исправить. Но это хорошо, что не мотор. Хотя бы один. Сейчас. Короче, подкинул я вам работки, парни. Хорошее завершение пятницы. Главное, бабок побольше. Как бабок, Дима, это здесь? Автоспорт в опасности. Ну. Не, смотри, у него надо снимать, разбирать эту систему. У него пайп один болтается. Надо снимать, каждый осаживать, и так не получится, как хотели. Не увидишь его. Из-за этого на сифоне поднял. Ну да. Так а что он так ходит?
Потому что она вылезла, труба. Я могу вам ее на завтра оставить, чтобы ночью не это. Я же не тиран, я проживу без машины сутки-то, если что. Сейчас приехал парни, тут тачку надо срочно сделать, и пацаны до утра влипли. Если ты очень хочешь на липке, то тут рядом есть... Не, я не так сильно горел на липке, я просто, чтобы парней не напрягать. Блин, ну чувак, приехал специально на липке. Да не, да вы гоните, господи, мне эти липки, вы что? Я что, похож на драгрейсера, что ли? Кальян будет? Кальян? А, если будет кальян, тогда можно сидеть до ночи. Так как бы уже ночь, тут до утра уже, походу, ну, надо сидеть. Вот, чтобы ты понимал, обычно стоит диджей, тут сверху, света музыка висит. Ну, это необычно, это был один раз. Это не один. С диджеем было один раз. И как бы здесь в соседнем офисе выкашивается мангал, вот такой авторитетный, вот такой вот. Авторитетный мангал, вот, запомните, да, эту фразу. Авторитетный мангал. И тут можно сейчас очень быстро организовать очень большую тусовку. Прям здесь. Не, мне главное, что парням не напряжно было сделать тачку и все. Остальное уже. Да, так это отвлекает от работы. Поэтому работа может дотянуться с 6 до 9 часов и вот такое. Я знаю, что такое тусовки в сервисе. Короче, решили, что отдадим тебе воскресенье. Не, завтра 8 сходка, поэтому главное до сходки и все ок. Да? Ну, в идеале, если получится. Сели по лайту, но по лайту с этой машиной ничего не получается. И для того, чтобы починить вон те зазоры все, чтобы ничего не сифонило, приходится скидывать вообще весь выхлоп. А с выхлопом тут надо изрядно поебаться, так сказать, потому что я помню, с каким трудом его ставил Леха и сколько это заняло по времени. И вот парням, походу, предстоит все то же самое. Ребята, я вас верю. Парни шатали трубу, и я помню, как Леха делал ровно то же самое. Я вот эту картину вижу уже не в первый раз, вот это вот сзади. Макс, ты зачем, блин, все это ломаешь постоянно? Да пипец, я не знаю, что происходит. Вдеха всему голова. Да? Ну? Любовь, конечно. Не, ну надо показать парней красавчиков, ну, в Минске, которым можно приехать. То есть если прибухнуть, ее можно просто разом выдернуть, да? На самом деле, вот в этой ситуации, когда ты снимаешь и шутишь, периодически складывается ощущение, что сейчас даже там твой Механ, там друг, которому ты платишь зарплату, может подойти и тебя ёбнуть, сказать, съебись, не мешай. Готово. Уноси. Какой подгон мне сделали? Ну ничего себе, еще бы с такими можно было бы ездить вообще. А я буду. Жалко, он один. Я бы два его даже повесила. Я серьезно. Подписывайтесь, как ты там Липкина так и записываешь, да, Инстаграм? Где? В Инстаграме? Да. Софа катастрофа. А ладно, все, тогда будет вот здесь ссылочка. Этого нет. Ага, вот это вся причина. А, вот это она и болталась, получается. Она болталась, и она больше всех пердела. За то, что выход весь разболтанный был, то усаживали все эти кольца, особенно вот это. Ага. Видишь? И что делать теперь? Сейчас надо что-то думать. Эти кольца вообще, они откуда берутся? Или они идут с завода Суперспринт? Не бросают здесь точно. Я думаю, они здесь, да, идут вместе. То есть оно просто вообще сдуло. Получается так, да. Ты банки ищи. Давай потрясем. Найди 10 отличий, называется. Вот эти вот кольца, вот они вот есть. На... А вот тут их нет. Вот тут его нет, получается. Что с ним случилось, куда оно делось, непонятно. Но из того, что вот это вот вообще куда-то съебало. Вот это съебало, и остальные, соответственно, тоже подрасходовались и тоже немного испортились. Непонятно, что сейчас делать. Надо, наверное, найти какое-то кольцо, которое можно сюда будет воткнуть. Надо сейчас подрезать, да, еще? Или ты не до конца взял? Ну, прилегает, и все, заебись. Я его туда вниз. Оп. Слушай, как родной.
Мне кажется, закончился? Нет. Все, мне кажется, это потолще. Ну, подтолще это подтолще, но другого материала нет. То есть оно залезет сюда и будет держать. Там вот видишь, конус есть. Угу. Он будет его держать. Еще глубже сейчас. Она толще, если раза в два, может, двойную тогда? Нет, она мы не оденем, потому что она же не будет держаться, и второй кусок просто вывалится опять туда и понесет. Да. А, ну да, логично. Дай мне это колечко. Садите. Из того, что вот эти чуть толще, она не будет болтаться? Нет, здесь на конусе идет. Мы засунули больше паранит, и она на конусе как раз трубу зажмет. Угу. Получается, здесь будет самый приклад. Здесь будет, ну, не сильно герметично, а вот здесь будет герметично. То есть за счет этого, как минимум, оно решаемо на какое-то время. Угу. Слушай, в дрифте, по-моему, всегда все культурно. Да. Угу. Наверное, потому что там все-таки люди более зрелые, и более умные, как ни крути. Да. До ночи. Да ладно. Есть своя группа поддержки. Ну, не знаю, я, в общем, вопрос просто был про стенсы. Я говорю, что я от дрифта, от тусовки, от культуры, от всего получаю больше удовольствия, чем от стенс. Ну, наверное, такого пиздеца, как в Racing Bay, нету нигде, даже в Украине. То есть они, конечно, там синячат, но синячат по-другому. Покультурнее. Покультурнее, да. У нас когда весь техпарк в одной палатке, по 100 человек, тогда интереснее. Давай. Я помню, что то ли 2 года назад, по-моему, в Рязани была вообще адская пьянка. Там и Миллер, по-моему, приезжал, и из Беларуси тоже пилоты. И там мясо Миллер было, там на тачках танцевали. Это он? Чувак в халате, это он? Да, он стал пятым. Нас было четверо, он стал пятым. Вань, ну у тебя же есть дочка, давай, походи. Вода всему голова. Да, пацаны, вытяжка всему голова. Да смазка была нужна. Для еды там. Для монеток я называю. Для монеток. Для монеток идеально же пальто подходит. И когда попадаешь, там такой звук, как в Марио, когда он монетки собирает. Да, Лер? Конечно. Вот туда монетки. Короче, куда-то пропала пружинка, либо потерялась, но мы больше склоняемся к тому, что вот такая вот пружинка, что она просто лопнула и съебалась в один прекрасный момент, поэтому сейчас ставим другую, затягиваем и едем. Ставим лямды. Угу. Болтики те. ЕГТ и болтики. Давай сразу болтики маленькие. Давай. Красавчики. Как всегда. Что механик сказал бы? А? Что механик бы сказал? Че, нормально? Ну. Не ревную. Марин, ну? Бля, охуенная картина вообще. Что в начале, что в конце. Ну что, М5, не болей. Вроде пропало. А? Вроде пропало. Ну, вроде все нормально. Но она даже на холодный у нас сброс трещала. Сейчас вроде все нормально. Вроде все работает. Проверяем. Закручиваю. Парням респект. Че, расскажите, парни, чем вообще занимаетесь, чем сервис живет? Какие тачки, с чем можно обратиться, а как в Инстаграме вас найти? В Инстаграме ИВР Моторс и Дмитрий Гутаков. Занимаемся ремонтом автомобилей всех. Выхлопы делаем из нержавейки, кастомные. Свапы делаем моторов. Ну, что еще? Зимние жиги строим. Актуально. Уже актуально. Лето закончилось, да. Уже можно обращаться. Да, ну это в основном баня все строит. Я только выхлопы варю. Короче, парни, красавчики, спасли меня от инфаркта. Спасли М5 от провернутого вкладыша. Оказалось, что просто выхлоп. Так что... Тебе прокладок собрать в дорогу? Слушай, лучше тампоны. Огромный респект.
Они вообще просто за респект починили тачку, ебались тут с ней пару часов. Поэтому IVR Motors, Республика Беларусь, город Минск. Если вы хотите построить Жигу, обратиться к парням с какой-либо технической проблемой, не стесняйтесь, обращайтесь. Вот, говорите, что от МТ, парни будут знать, что от меня приехали. Так что, вот, спасибо вам, парни, большое. Парни, от души вообще спасибо огромное еще раз. Давай я первый буду. Да, попали оба. Спасибо огромное. Красавчики. Ребят, продолжаем блог из Беларуси. Сегодня, так сказать, первый день чемпионата Беларуси по дрифту. Мы в аэропорту Минск-1. Так как мы сбили режим вообще просто окончательно, мы просыпаемся задолго после обеда. Мы приехали уже, наверное, в середину квалификации. Сейчас середина квала. Пойдем искать знакомые лица, техпарк. Все достаточно спокойно, безлюдно. Вот, пойдем искать Дениса Репкина. Он должен быть где-то здесь с Супрой. Но я слышал, что у него кончился привод. А вон Денчик, так что сейчас пойду к нему. Нет, сломал. Ну как так? Проехал заезд уже один? Успеваете? Да. Автоспорт. Успеете. Автоспорт. Пипец. Автоспорт в опасности, как обычно. Все супер. Картина называется «Встреча с бывшей в Минске». Точнее, бывшая, как бы, ну, такое относительное понятие, потому что машина еще до сих пор на мне. Приветики. О, здорово. Здорово. Это Метео Мишка. Это владелец все еще моей Супры. Брат, каршеринг взял. Здорово. Если да. Кому надо, блядь, 1000 рублей минута. Че, ты проехал? Да. И как? Более-менее, у меня на тренировку сегодня сломался. Да, ребята писали, что привод. И... Нашли? Да, замутили, спасибо Амеду. Магомеду, ладно. Че, много народу проехало уже? Ну, вот оставшиеся две группы едут, все. А, ну то есть немножечко. Финал. Ты че? Я че, я приехал. Че, ёбнул у тебя мотор на М5? Нет, тут его нет. Да пошел. А то я уже хотел предложить за 500 забрать. В общем, мы приехали вообще в самый конец, квалификацию все откатали. Остался вон Денис Клещевский. Они пока не знают, успеют, не успеют доделать машину. И на этом, короче, все весь дрифт на сегодня закончился, поэтому сейчас, наверное, нас ожидает пробег по городу. Вообще погода, на самом деле, замечательная. Я смотрел прогноз погоды, показывал, типа, 20-21, там, пасмурно, дождь всю неделю. И буквально, вот реально, последние 3 дня солнце. Сегодня вообще жаре, мне кажется, там, по-моему, 27 градусов, наверное, точно. Все, Денис поехал, вроде все успели. Миллер не приехал, засранец. Миллера? Миллер, короче, передаем тебе плавенный привет. Мы расстроились, пиздец, что ты не приехал, поэтому... Нам больше достанется. Не отписывайтесь от канала Макса Миллера. Из Миллера? Не смотрите его блоги, да. Поэтому, Макс, это тебе просто наказание за то, что ты не приехал. Да. Вот он, Минск. Ладно. Удали. Спрашивали Инстаграм. Лер, вот, подписывайтесь. А тут еще зацените 200-тик вообще крайне на стиле. Аккуратненький, вылизанный. Вообще чётенький такой. Вот такая вот атмосфера. Ну давайте! Вот это мощно. Всем привет, ребят. Привет. Давай Инстаграм, главный заводила, подписывайтесь. Что, реклама будет? В первую очередь мой рабочий покажу. Apple Mint Sale. Все, ребят, подписываемся, продаем айфоны, все дела. Вот такая вот вообще жара пошла. Нельзя Беларусь. Я что, я питерский, у нас поспокойней. Ребята, я безумно рад, что вы приехали на встречу. Сейчас приехал на другую встречу. Тут, как бы, понимаете, белорусское минское гостеприимство, виски, барбекю, поэтому ждите мясо, следующую серию. Мясо, все. Давай! Чувствую,
испортить тебе видео. Рыба, курица, мясо. В общем, лайкайте, если понравился видос. Следующий видос будет завтрашнего основного дня парных заездов. Так что я думаю, что увидите его в ближайшее время. Всем пока. А на гаражах стоял, ой, Жигули машина, поставил на нее шины от Белушина. Толя в Ополе расставил на клиперы коровы, и с разгона так обуевал канаву здоровую. Жигули с моста летал, да на сосне висело, Жигули на все село. Выхлопом передела он с конем тренировал парные заезды, но перекрыли мусора. Ой, да на поле въезд ему эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. И тогда поехал соревнования, нихуя не понимал, сулейское задание. Квалификацию прошел, назвали ебало, даже судьи пидорасы поставили 100 баллов на финал, и он поехал с пинскачом мажора. Ой, резины да хуя. Что ж такие мажоры есть, резины дохуя. За горизонт уехал Жора. Ой, да на хакапелите. Так что, хлопцы, если помогли, то тогда сосите. Раз, еще раз. Это огонь вообще. Заебись. Прям как колеса. Только что придумал. Чигули МТ построил из говна и пала, как березу на пушке, так как разъебал их. Где весь альбом скачать?